Мошенницу, обманувшую казахстанцев на миллиард тенге, экстрадировали из Минска в Нур-Султан. Гражданку России Ольгу Клейнард обвиняют в организации одной из крупнейших финансовых пирамид – Куэстра Ворлд. Она работает еще в нескольких странах. Как сообщили в МВД Казахстана, женщина курировала работу мошенников на территории нашей страны. Аферисты с помощью своих схем обманули тысячи казахстанцев. На веб-сайтах они продавали вымышленные инвестиционные портфели, вложившим в них свои деньги гражданам, обещали прибыль в размере 300% годовых. Сейчас Ольга Клейнард находится в СИЗО. Всего по уголовному делу полицейские установили 8 подозреваемых лиц. Из них 4 казахстанцы. Они возглавляли региональные филиалы пирамиды.